Профессия, вероисповедание и политические взгляды – все это не имеет значения. Наблюдателем на голосовании может стать практически каждый. Так Маргарита Лебедева всегда ходила на выборы. В этом году решила поучаствовать в качестве наблюдателя. С 8 утра до 5 вечера она на стационарном участке. После, до 20 часов, переходит на мобильный пункт. Все это время женщина следит за прозрачностью голосования. Свое мнение никому не навязывает, но отдать свой голос считает обязанностью каждого гражданина. Я считаю, что все равно важно, да ты или против, что все равно нужно дойти и сделать свое волеизъявление. Тем более сейчас уже с этого года стали и к домам палатки. Все удобства созданы. Пожалуйста, не надо куда-то идти, только выйти проголосуйте.